Всем привет! Сегодня готовлю салат с ветчиной, грибами и сыром. Он подойдет на любой праздничный стол, всем понравится и станет украшением стола. Готовится из доступных продуктов и очень просто. Отварной картофель, отварную морковь, отварные яйца, плавленые сырки, у меня российские, натрем на крупной терке. Зеленый лук мелко порубим. Ветчину нарежем мелким кубиком. Собираем салат слоями, я воспользуюсь кольцом. Первым слоем кладем картофель. Смазываем майонезом. Вторым слоем зеленый лук. Третьим слоем отварные яйца. Смазываем майонезом. Четвертым слоем кладем консервированные шампиньоны. Смазываем майонезом. Пятым слоем кладем ветчину. Немного майонеза. Шестым слоем укладываем морковь. Смазываем майонезом. Сверху посыпаем плавленым сыром. Удаляем форму, украшаем по желанию. Я украсила зеленью укропа и грибами. Салатик готов, подаем к столу. Он получается очень вкусный и даже может составить конкуренцию салату оливье. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!